Челнинские оперативники пресекли подпольное производство незамерзайки. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали троих жителей Автограда. Они подозреваются в изготовлении стеклоомывающей жидкости, в составе которой содержался опасный для здоровья метиловый спирт. В ходе осмотра места происшествия в производственном цеху было обнаружено и изъято 1925 литров стеклоомывающей жидкости в 385 полиэтиленовых 5-литровых емкостях, а также 4400 литров спиртосодержащей жидкости, документацию, отражающую осуществление финансово-хозяйственной деятельности. Также сотрудники правоохранительных органов организовали контрольную закупку изготавливаемого товара в одном из хозяйственных магазинов «Челнов». В общей сложности было изъято около 8 тонн спиртосодержащей жидкости. Все образцы направлены на экспертизу, после которой и будет принято процессуальное решение.